Мужчина нецензурно абраджаў жонку за нясмачную ежу і іншыя бытавыя рэчы. Жанчына ў гэты момант мыла посуд, і ў яе руках аказаўся нож. З-за крыўды ад выслуханага яна нанесла мужу ўдар ножом у вобласці грудзей. Жонка раскаялася і папрасіла суд знізіць пакаранне. Семейные бытовые конфликты – это не редкость в нашем обществе, и в ряде случаев семейные бытовые конфликты перетекают как в административное правонарушение, так и в нашем случае в уголовное. Органы прокуратуры и иные субъекты профилактики на постоянной основе отслеживают этот вопрос, на постоянной основе проводится профилактическая работа, направленная по недопущению семейно бытовых конфликтов, как в ряде случаев работа с самой семьей, так и непосредственно лицами, которые осуществляют за ними контроль. Жанчыну прызналі вінаватай. На падставе прысуду суда яна атрымала абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу тэрмінам на 3 гады.